Здравствуйте всем, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем проходить Shadow of Mordor. Да, получился небольшой перерыв с игрой, сейчас навалилось очень много игр на меня, и надо много чего писать, проходить, но все игры я пройду. Единственное, с чем, может быть, подзабью на время, это на Alien Isolation. А может, не на время, не знаю, это единственная игра из новых, которая меня никак практически не впечатлила. Ну, просто не затягивает, не вижу в ней ничего особо интересного. На, тварь. Орки, как я заскучился за вот этим вашим мерзким видом и моим желанием вас убивать. О, кто ты? Обжора? Это я тебя так покосил? Ну хорошо, иди сюда, сейчас еще получишь. На, тварь, на! Да, никому ты мстить не будешь, потому что ты никуда не денешься. Иди сюда, тварь. Так, получить сведения. У нас остался один большой шеф неизвестный. Давайте. Так, Угбук, вестник ночи. Раздосадован сообщением о том, что неподалеку замечены хулы. Так, унести Урука по имени Гбук, заставьте его сторонников бежать в ужасе. Ага, хорошо. Ну ладно, разберемся с ним. И тебе хана, мразь, в очередной раз. Ну хочешь, возвращайся опять. Мне вас рубать только в радость. Так, новая руна, давайте глянем. Кстати, мог прокачаться, можно, я уже забыл, что и как немножко. Очков навыков у меня нет. Здесь мы ничего полезного купить не можем. Так, оружейные руны. Лук. Все у нас есть. Вот это. Вероятность восстановить 30 единиц сосредоточения за убийство выстрелом в голову. Ага, а у меня вот стоит такая на 36%. Ага, значит, это лучше. Вот эту надо продать. Ставить вместо нее. Во. Вот. А теперь идемте выполним этот квест. Да, у нас сегодня не сюжетная серия. Сегодня занимаемся побочками. Когда настала ночь, его воинов схватили хулы. Он в одиночку зашел в самое мерзкое их гнездо и прикончил всех тварей, в том числе их матриарха. Безымянные твари. Ну давайте. Хулы это, да, это твари, с которыми мы могли познакомиться и познакомились в прошлой серии. Так, дополнительное, так, убить хулов одной призрачной вспышкой. А, во, да, призрачная вспышка у меня есть. Так, ладно, давайте. Зачистить три гнезда. Тихо, тихо. Блин, а... А, на них незаметно и не получится напасть. Вот так. Вот, доп-квест выполнен. На, давай, рукой убил, просто даже ничем. Так, движемся далее. Да ладно, зачем я крадусь? Тут можно действовать так. Так, новый враг, плюющийся хулы. Некоторые хулы плюются во врагов, разъедающие слюной. Нажмите пробел, чтобы уклониться от их атак. Так. О! Ах ты, урод. А, все, я всех перебил? Ну ладно. Так. Полечимся немного. Я думал, они как-то больше урона наносят, а они слабаки, в принципе. На! Паскуда. Так, где ваш третий? А, плюс у вас тут еще матриарх будет какой-то. На!
На. Так, плюющиеся опять эти уроды. Так, матриарха теперь надо убить. Ага, вот матриарх. Так, новый игрок. Хуи матриархи. Хуи матриархи — самые опасные представители своего племени. Они всегда отвечают ударом на удар, так что успевайте уклоняться. На. Вот так. Гляньте, это сильная довольно-таки паскуда. Ай, пропустил. На, хватит. Иди сюда, вот так. Ай. Сколько вас, твари? Да блин, почему ты не уворачиваешься? Ай-яй-яй. Нет, пожалуйста. Да что происходит? Уворачивайся, брат. На, паскуда. Фух, чуть не сожрали твари. Но задание выполнено. Матриарх мёртв, а теребас еще порву, уродов. Нате, сволочи. Кто тут еще? Вы, на. Что так побежал, ублюдок? О, орки, и вы тут. Ну идите сюда. Я и вас порубаю. Да блин. Что ты хочешь, а? На. Все, я пошел. Где выход? Так, а дальше мы отправимся куда? А, наверное, вот сюда. Вот здесь у нас еще вот заданечко-то есть. Вот эту фигню сначала возьмем. Потом вот сюда, сюда. Так, ну тут у нас есть только красные задания. Это борьба за власть. Как бы не в спех выполнять, они всегда появляются. Вот отсюда и двинемся вот сюда, сюда. Ну, посмотрим, сколько мы успеем за сегодня выполнить. Побочек, так. Нет, никакого капитана тут рядом. Ну, вроде бы нет. Да, ускорение, конечно, классное. Мне очень нравится. С ним бы очень... Без него, точнее, очень медленно пришлось бы тут перемещаться. Тут раз, два и все. Так, капитаны какие-то. Хошу мудрый. И кто еще? Норско-налетчик. Че, завалить их обоих? Так. А, нет, это не артефакт, это надпись для стены, да? Так, зубец экскаватора. Эта штуковина когда-то... А, не, артефакт, черт, тупик. Эта штуковина когда-то была деталью одной из огромных боевых машин Уруков, возможно, экскаватора. Постепенно продвигаясь вглубь Мордора, Уруки перерывают всю землю в поисках ресурсов, необходимых темному властелину для войны. Они копают экскаваторами, чтобы найти металлы для кузнец,
Блины для обжигательных печей, а также любые клады оружия или инструменты, пригодные к дальнейшему использованию. Так, где тут руна? Ага, вон. Смотри, я нашел это в Удуне. Что это? У них есть машины, понимаешь? Они перекапывают весь Удун. Эта штука рвет землю в клочья, а затем рабы разбирают найденное. Глину и грязь отправляют в сушильные печи, металл в кузницу. Они берут все, что могут использовать. А если им попадется старое оружие и доспехи, то их отдают тем верзилам Урукхая. Может, они их изучают, а может, сами носят, я не знаю. Хм. Ясно одно, они снялись на стиженных мест. Мы должны выяснить, что происходит в Мордоре. У нас есть разведчики, но у тебя глаза острее, ты хорошо нам служишь. Отправляйся туда, а затем вернись и расскажи обо всем, что увидишь. Совет ни о чем не должен узнать. Постарайся, чтобы тебя не поймали. Вот так вот. Блин, правда, не дал ему договорить, но кому-то хотелось дослушать, не знаю. For years we stood on top of the Black Gate, looking into Mordor, seeing nothing. We were asleep. A murderous rhythm of the Dark Lord's war machines will awaken all. We must break them. Так, ладно. Капитаны, пришло время умирать. Next fight we're in, you should stand to one side and count how many I slaughter. Or we can busy ragging up my own body count. Получай подарок, брат. На! Тварь. Уничтожество, я? Да не будут они напрасны. На! Все, мразюка. Загинайся. Так, еще капитаны. Так, иди сюда. На! 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 Ай, бляха, мука. Да я тебя ничему учить не собираюсь, мразь. Бляха-муха. Паскуда. На, урод, со щитом, ты меня раздражаешь, я завалю первого. На! Урод! Ах, вы ж сволочи! Куда ты валишь? Ах, ты ж урод с копьем! Да гниды, идите нахер! На! Куда ты уходишь, тварь? Вот так вот. Хана паскуде. Еще новая руна для лука. Так, а теперь займемся остальными. Вот так вот. Хотя она на них не особо действует. Дошли в хулы, тех она сразу убивает. На, на. А, блин. Получай, урод. Тупорылый. Так вот.
сколько у вас? Вы тут будете лезть и лезть. У меня задание тут рядом, мне не давать сейчас, а? Твари. Да что ж ты лезешь все время, мразь, а? Вот так, вот так. Да вы от меня отстанете или нет? Да, бляха, муха. Ну почему ты не добил его, а? Ладно. А как там... А, на Е оглушение, уже забыл. Все. А теперь принимаемся за следующее задание. Так, нет, стоп. Хотя... Сначала надо глянуть, что там у меня за руны. Так, ну залазь на Е. Так, о, новый левел. Перевесь кинжала не тон. Удар плечом, успешная атака в броске удерживает. Так, призрачное добивание. Жертвы истощения, также убитые градом ударов взрываются, заставляя находящегося рядом врагов отступить. Боевое истощение. При заряженном истощении серии ударов С, истощите руку, при этом вы пополняете или запасываете стрелы и пугаете этого рука. Так, даже не знаю, что прокачать, это нет, из этого ничего особо не надо. Ну, давайте удар плечом пусть будет. Хреново. Так, что тут? Ага, вот давайте больше стрел все сделаем. Вот так вот. Глянем, что ж у нас тут за руны. Так, ну лук. Вот. Вероятность восстановить 4 эльфийских выстрела после применения истощения или клейма. А тут 37. Значит, это продаем. Так, что у нас тут? При скрытом убийстве восстанавливает 52% сосредоточения. Тут 64. Ну, продать. Так, ага, вот одинаковые. 73 это продать. Так, одинаковых больше нет, вроде бы, да? Что вот это? Здоровье. Ладно, так, все. Пофиг, давайте делать задание. Так, нет капитана? Вроде нет. Так, опасный шепот. Каждый, кто в ту ночь услышал его зов, уже не увидел рассвет. Слуги темного властелина слышали все. Так, убить... Избежать обнаружения. Так, убить 5 руков, пока они поддались зову. Ну, хорошо. Так. Ой, меня нашли. А, это доп задание было избежать обнаружения. Ты твою мать, я уж не выполнил. Ладно. Идите сюда. Первый раз не выполню доп задание. Иди сюда. Так, еще один есть. Did you hear that?
Так. Все выполнил, но доп. Задание не выполнил. Жаль, ладно. Плевать, в принципе. Обидно, но плевать. Я люблю выполнять все. Так. Дальше вот сюда у нас путь-дорожка лежит. Очередному артефакту. Ну и что-то интересное узнаем. Так. Почему ты не заладишь? Ладно. Там бы... Лезь давай, Талёва, не тупить. Ну, то гляньте, чё ж ты так... Эх, ладно. Так, тут не пялься на меня. Так, капитанов нет. Нет, вроде бы. Но есть лучшие. Да, я этот артефакт, я думаю, где он, я на нем стою. Так, застежка с плаща следопыта. Эти изящные полоски металла предназначались главным образом для застегивания плащей следопыты, плащей. Так, следопыты охраняли Гондор, и к ним предъявились особые требования. Даже застежки должны были быть начищены до блеска. И вот почему следопыты использовали их в качестве подручного средства связи. Отражая застежкой, как зеркальцем, солнечный свет, они могли подавать сигналы своим товарищам на большие расстояния. Так, вот и руны. Башни скоро будут построены. Не знаю, почему их называют клыками, они скорее челюсть. Потому что по ней нам врежут? Точно, прямо в челюсти, еще раз и еще. Мрачные слова, брат, но отсюда мы сможем заглянуть в Мордор, а если нужно, то и кусаться. Вот так вот. Dear Hyle was about to take the oath to become a ranger. He did not deserve such an evil end. Так, туда мы. Дальше вот сюда пойдем. Так, карагоры тут тупо атакуют орков со всех сторон, ну, хер с ними. Жрите их побольше, их не жалко. Так, а вот тут очередная гравировка на стену. Нани хир, Гелар Мордор. Да. Интересно, что тут будет, когда мы все соберем? Да, хватит лазить, слезь. Так, ну вон задание лучника. Оно там мне и надо. Глаз Мстителя. Его огненный взор стал последним, что увидели слуги тьмы, а потом в них полетели его стрелы. Так, новая задача. Убейте Урука стрелами с близкого расстояния. Мне задача завершить до 1 минуты. Да. Вот так, кто еще хочет? Вы? Вот так вот, все. Ничего тяжелого. Аскар. Нарви повелел
Так, что? Ладно, так. Легенда вашего лука Аскара наполовину завершена. Призрак перековал Аскар и начертал на нем историю его подвигов. Чтобы дописать легенду лука, до конца завершите все лучные миссии. Ну, миссии лучшие. Лучные миссии. Так, для продолжения нажмите пробел. Гляньте, вот теперь он так... Фу, не херово выглядит. Черт, у нас херово. Вот. Нарви повелел меня сделать для того, кто выковал кольца в награду за верную службу. Ну, ладно, новый лук, ну, хорошо. Так, кто-то еще что-то хочет? Ты? Иди сюда. И ты, все выходят. Мне никого не жалко звать. Тупые твари. Особенно тебя. На. Вот так. На. Жирненький. И ты получишь. Иди сюда. На. Просто кулачиной убил. Так, а вот что хочешь ты? Зачем ты на меня скачешь? М? Ну ладно. Так, стоп, где-то тут стрела и задание. Ну, давайте вот это задание по борьбе за силу выполним. Так. Капитанов рядом нет? Нет. Ну, тогда идем на задание. Сейчас нам тут будут капитаны, я думаю. Так, засада. Уруки часто пытаются убить друг друга. Если жертва покушения выживет, то станет сильнее. Так, нападите на засаду, ослабьте армию Саурона. Нехер сделать. Всех завалим. Let's take a break here, right? Look safe enough, I hope. Surprise attack! I hate surprises, I do! Так. На. На. Вот так. Нашпигую пока его вдалека стрелами. Он валит. Так куда ты пошел? Иди сюда. Иди сюда, родной. На. Вот так. Блин. Что такое? Так, задание выполнено. Засада. Мертв. Finally, you are silenced. Давайте нам новую руну. Одну минуту. Так, я вернулся. Продолжаем. Так, что за руна? Чё, что мне всегда тут показывают? Что от меня хочется? Не знаю, ладно. Так, оружие. Руны. Вероятность восстановить 5 единиц здоровья после убийства и звука 35%. Что у меня стоит так? Вероятность восстановить 30 единиц здоровья за убийство рутером голову. При скрытом убийстве и звука уровень стоит так. И вероятность восстановить 1 физический выстрел, выпуская стрелу из звука. Ага. Ну, не знаю даже. Ладно, короче, пусть все так и будет. Просто двигаемся дальше. Так, карта где-то. Куда только дальше. Пошлите вот за этим артефактом. Капитан какой-то объедало. Кто объедало?
Ой, у меня стрел нет. Ладно, так. А мне вон туда. Ладно, так. Пошлите. Завалим Актоха. Объедал их сначала. Потом возьмем артефакт. На, на. Что ж вы тут спрыгиваете мне прям под руку? Плохи. Да, ну давай посмотрим, как ты со мной справишься, тварь. А, у меня нет стрел. Да блин, как я... А, идиот. Пропускаю удары. Да почему? Что ты творишь, а? На. Ай. Так какого ж хера? Ты удар его по площади. Так. Что происходит? На. Иди сюда, тварь. Вот так. Вот так. Наконец-то я его завалил. Объедало, получи. Посмотрим, как ты вернешься после этого ко мне. На. На. Паскуды, вы что тут совсем похеревали? Вы меня завалить решили, да? Идите сюда, посмотрим, кто кого. Тупые животные. На. На. Куда ты побежал? Блин, стрел все еще нет. Так, а, вы со всех сторон. На. На. Всех перережу. Уродов. Тупые твари. Так, ну вообще тут до хера, и вас валить это довольно-таки долго. Так, еще у нас один со щитом, урод. Вот так. Вот так. Охеревай, тупо. Ай. Дубина меня лупить своей не надо, тварь. Так, вообще, дайте мне взять руну. Да не то я хотел сделать. Да зачем ты... Ну ладно. Я вообще хотел руну просто взять. Ну, придется вас всех вырезать. Если вы не хотите мне просто дать руну взять и уйти, будете страдать и подыхать. Это ваш выбор. Вот лично твой, тварь. За это на... Как тебе без головы какие-то? Нормально? Все, все свалили, всем хватило. Так, смотрим новую руну. Кто ты, что ты хочешь? Ты какой-то капитан тоже? Ну да. Ну ладно, иди сюда, сам пришел. Вот так. Посмотрим, на что ты способен. А, что я сделал? Я тупил. Ну ладно.
Все, готов. Кровавая буря, говоришь? Оно и видно. Так, что у нас за руны теперь? Так, убийство с помощью града ударов, кинжал, захват восстанавливается 43, тут 52. Продать. Так, на лук новое что-то, вот 34%, 42, значит, продать. Да, на лук у нас теперь, конечно, четенький. Что, кто? Нет никого рядом. Капитанов нет. Значит, идем за артефактом. Вот почему ты выбежал, тварь, а? Ты что ты от меня хотел? Просто сдохнешь, Вики. Почему он не сбежал, а? Какой бред. Ладно. Как мне надо отбегать, я не пойму. Это с этой стороны. Блин, да проще... вот сюда переместиться. Да пофиг мне, что вы тут делаете, не надо мне это показывать. На, тварь. Иди сюда. Еще капитан, ну давай. Ну посмотрим от того, что останется, тварь. Иди сюда. На, как тебе? Иди сюда, на. Тален, тебе мало все? На тогда. Просто охеревай. И ты вместе с ним. Да блин. Еще один. Да что ж вы хотите все, а? Тупое животное. На. Все. Давайте мне мою руну. Так, что за руна? При использовании 19%. Тут 21%. Продать. Так, вы дадите мне вообще дойти до артефакта, тупые твари? Почему вы всегда лезете под ноги? Я всего лишь хочу взять артефакт. Этого, ну, не знаю, он так торчал тут, я хотел его завалить. И тебя завалил. Свидетели мне не нужны. Так, азбука следопытов. Следопыты Гондора не только могучие воины, при необходимости любой из них может... выступить в роли переговорщика, судьи, врача и иногда даже учителя. Известно, что некоторые следопыты носят с собой азбуку. И пока живут в глухих деревнях, выбирают себе нескольких наиболее смышленных учеников и учат их грамоте. Вот так, видите, следопыты какие. Образованием людей занимаются. Универсальные они вообще такие. Так, читай вслух. Феанор. Феанор Хиргон, зачем ты меня так мучаешь? Это не я тебя мучаю, это ты умоляла меня научить тебя словам, которые написаны в моих книгах. Теперь я об этом жалею. Какой толк мне от этой страницы, здесь, в Мордоре? Вот, смотри, записка для тебя. Любимая, будь моей стеной,
Попробую еще раз. Живой или женой? Женой? Да, Хергон, я твоя. Да, вот как ты сделал предложение своей жене наш друг Хергон, уча ее азбуки. Так. We've given the outcast a chance to escape Mordor, to reach the safety of Gondor. And we can draw the eye of our enemy. As long as we can hold his gaze, we can buy time for Middle-earth. Так, понятно. Что у нас тут за задание? Из клетки на волю. Ладно, ну что, друзья, на этом давайте нашу серию по побочкам завершим. Как бы и так немало уже сделали за эту серию. Осталось совсем немного. Вот. Короче, чуток совсем, и мы с побочками на этой первой карте закончим. И дальше двинемся чисто по сюжету, ну, еще занимаясь вот этой борьбой за власть с орками. Вот, а в следующей серии, я ее запишу прямо сейчас, вот еще побочечка, но это нам надо что-то прокачать, боевое истощение, все же нам надо этот навык, ну, прокачаю потом. Вот, в следующей серии, прямо сейчас я буду ее записывать, займемся вот этим сюжетным заданием. Так, надеюсь, вам все понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.